Дмитрий Красилов, пожалуйста. Этот незамысловатый танец из клипа «Уна» обрушил небывалую славу на нашего земляка. Такого успеха не было даже со времен участия Дмитрия Красилова на проекте «Танцы». Я думаю, тут лучше всего скажут мои подписчики, которые до выхода клипа было 4000 в Инстаграме, а теперь 64. 60 тысяч человек! И будет больше, поверь мне. После переезда в Москву Дмитрий успел поучаствовать в разных проектах и даже сняться в фильме «Вторжение» Федора Бондарчука. В связи с отменой Евровидения Little Big придется подготовить новую песню. Будет ли в проекте задействован наш земляк, пока не уточняется. В финале шоу Дмитрий станцевал знаменитый вок под музыку из известных телепередач. Анастасия Бертенева, «День с толком».